такой сервисный центр, как в Алматы, пока единственный. Данный сервисный центр является эксклюзивным, и здесь ремонтируется только техника Huawei. Центр разделен на несколько зон. В первую очередь это связано с тем, чтобы не создавать искусственную очередь, не заставлять наших клиентов ждать. При входе в сервис с правой стороны вы можете увидеть консультанта. Данный человек помогает в случае, если у вас какие-то поломки или обнаружены какие-то дефекты, которые не связаны с физическим ремонтом. Прошивка, сохранение данных клиента, можно пересохранить данные с одного аппарата на другой. Также консультации, диагностика в том числе. Вы можете полностью получить диагностику и ответы на ваши вопросы у нашего консультанта. Следующая зона, мы бы сказали, что это зона уже ресепшн, где наши девочки принимают всех клиентов, забирают на диагностику, также отвечают на вопросы, интересующие наших клиентов. Пока вы ожидаете, вы можете пройти в зону демонстрации, где продемонстрированы последние модели компании Huawei, все наши телефоны, новинки, все выставлено в сервисном центре. Также наш консультант может вам рассказать, что нового в том или ином телефоне, чем тот или иной телефон отличается от предыдущей модели, и, в принципе, помочь вам сделать выбор не в пользу самой дорогой модели, а помочь вам сделать выбор в пользу той модели, которая вам нужна. В зоне ресепшн у нас сидит человек, инженер. Эта зона называется face-to-face. Инженер делает ремонты при клиенте. Если клиенту хочется посмотреть или увидеть самостоятельно дефект, то есть где его обнаружили, в чем причина. При вас ваш телефон разберут и соберут, покажут, в чем причина поломки. Также помогут и продемонстрируют, как сделать так, чтобы данный дефект больше не повторился. Если вы находитесь в маленьком городе, где у вас нет возможности доехать до ближайшего крупного центра или крупного города, вы можете получить сервисное обслуживание посредством заказа забора вашего телефона из дома. То есть вы просто звоните в наш колл-центр, колл-центр принимает заявку, к вам выезжает домой курьер, забирает ваш телефон, также потом его доставляет уже готовым. Если у вас закончилась гарантия, гарантийный период подошел к концу, вы все равно можете обратиться в сервисный центр за помощью. Самое главное для нас, чтобы у клиента был позитивный опыт в сервисном центре. Мы понимаем, что предоставив отличный сервис одному клиенту, мы привлекаем другого. Это и есть наш основной девиз. И программы лояльности к клиентам основаны на том, что Huawei сервис – это быстро, качественно и с улыбкой. Команда сервиса Huawei разрабатывает стратегию, чтобы в каждом городе сделать сервисный центр не просто местом, где получают услуги и забирают свои телефоны готовыми после ремонта. Мы хотим сделать такие места, где будет не только приятно находиться, но и возвращаться снова.